Всем привет, друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И у нас вот такой вот есть скорпион большой, черный большой скорпион, который мы уничтожаем врагов. Так, а ну-ка тут, сейчас попробуем. А нет, яичко далеко сильно улетело. На, получи тогда жалом. Ничего страшного. Так, мне нужно сейчас за этот холм стрельнуть. А, вот вертолетчик, смотри. Да ёлки-палки, смотри, не долетает у меня жало. Сейчас попробуем. Ага. Нет, мимо стреляет, и все, что ты будешь делать, а? На, получи. Хорошо, что здесь жало есть. Опа! На, отдыхай. Так, да... Ух ты, сколько у вас танков там. Еще и вертолетчик, смотри, а? Сейчас я его попробую. Пострелять. О, отлично, стойте здесь. Там, дайте. Опа, есть. Так, вот этого надо уничтожить. Готов. Уничтожим. На. Идем. Жалом вообще эффективно. Даже, мне кажется, эффективнее жалом, чем стрелять отравляющими яйцами. Так, вертолетчик, конец ада. Это босс. Смотри, черный против черного, да? Сейчас мы здесь встанем и попробуем в него попасть. Опа! Нет, смотри, не попали. Да что такое? Есть попадание. Хорошо, что он тут наклонился. При взлете. И мы его уничтожили. Все, босс повержен, наконец-таки. Всем привет, ребятки. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И у нас здесь есть сундучок. Наконец-то я дождался 30 дней. 30 дней ждал. Давайте откроем, посмотрим. Вдруг там будет танк. Нет. Танка не было. Ну ладно. Давайте поиграем туда. Один против один. Сейчас кого-нибудь щелкнем. Это танк Титан. Сейчас подождем. Мы играем с Малакимус. Малакимус какой-то чувак, не знаю, что за чувак. Ждем. Так, что ж ты так долго-то ехал-то, Алешки? Давай мы тебя немножко поджарим. О! Ух ты, ё-моё, смотри, что это творит. Сейчас подлечимся и дальше огня дадим побольше. Все, готов. Победили мы его. Получаем звезду. Давайте 2 против 2. Поехали, сыграем. Ух ты, 2 титана. Нифига себе. А, у меня кто? А, кобра. Угу. Ну, смотри, кобра или титан. Кто сильней? Вот, мне интересно. Отправляется кобра. Ладно, а мы за ней немножко поедем. А, здесь постоим. Сейчас пока. Ой-о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 й. Опа, все, смотри. На нас не упали ракетки. Хорошо. Хорошо. Так, давайте поджарим хотя бы одного титана. На, титанчик, держи, получай. Быстрее уже. Есть, готов. И следующий титана. Следующего титана сейчас будем жарить. Ох, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Во! Все. Прожаривайся. Ах ты, чувак, смотри. Убегает, да? На, все, готов. У меня еще и выстрелил, представляешь? Победа. И еще одна звезда. Откроем еще сундучок один. Будем надеяться, что, может быть, какой-нибудь танк выпадет. Ой, кто там со мной? На жнеце. Так, а подожди. А я не понял. А я не понял, что случилось. Я не понял, что случилось, ребята, почему у меня танк не работает. Не едет. Так, одного уничтожили, второго сейчас будем уничтожать. Ух ты, нифига себе. Так, быстренько подлечиться надо. Все, готово, победа. Всем привет, друзья, вы на канале Duda Play. Давайте поиграем в Hills of Steel, будь боссом. Заходим в игру. Так, давайте поиграем. Что у нас здесь? Так, можно выбрать другого, да, босса, типа армады. Но я вам скажу, на самом деле, армада не очень такой мощный босс. Поэтому лучше ударом грома и продолжать играть. Когда откроется вертолет, например, вот вертолет хороший.
Давайте здесь. Какая у меня тактика? У меня тактика обычная. Стоишь как бы на месте и стреляешь. Надо выбрать сначала угол хороший. И ждем, когда начнется... когда начнут танки подъезжать. О! Смотри, первый танк уничтожили. Все. И начинаем стрелять. Они даже не смогут подъехать к нам. Это самые маленькие танки. Все, закончились. Эти танки маленькие закончились. Сейчас будем ждать остальные танки. А сейчас, кажется, должны подъехать будут фениксы. Вот, да, фениксы едут. Слышь, так как огонь горит. Ну, это не факт, конечно, что фениксы. Сейчас посмотрим, кто это. Возможно, первые были маленькие, потом кобра. Это даже непонятно, кто. Ну все, закончились. Я даже не знаю, что за танки были. Ребята, если вы знаете, то напишите. Ждем следующие. Следующие должны у нас быть... Ну вот сейчас посмотрим, кто. Мне кажется, фениксы должны быть. О, попадание. Есть, да, фениксы. Пошли фениксы, ребята. Да ё-моё. Вот эти вот запчасти, которые остаются от танков, они мешают. На тебе, на. Я. Смотри, что делает. Меня переворачивает. Меня большой танк. Во. Им нельзя давать, чтобы они подъехали близко. Немножко меня, конечно, они подтеропили. Сейчас должны идти... нет, эти самые титаны. Опа. Так, а ну-ка. О, пошел, пошел. Да, титан. Во, нифига они какие мощные. Так, одного избил. О, начал стрелять внутри. Следующий. Вот, все. Толпа пошла. Ребята, пошла толпа. Это самое опасное. Нам нельзя допускать, чтобы они меня стреляли. Ну все, мы с ними быстро разобрались. Теперь будут, кажется, жнецы идти. Не факт, что я продержусь, конечно, со жнецами, потому что... О! Пошел, пошел. А, нет, Катюша, Катюша. Какие жнецы? Не-не-не. Катюш я должен вынести. По крайней мере, у меня часто получалось так. Выносить. Армаду, если выбрать, да, то она не справится. Я уже пробовал. Она уже на Катюшах умирает. Погибает. А вот этот кнут, он молодец. Все, видишь, как меня зафигачивает. Сколько много выстрелов. Ну, я тоже потихонечку стреляю. Уничтожаю там один за одним. Вот, последний остался. Все, готово. А вот сейчас пойдут жнецы. Они более-более самые серьезные здесь. Ладно, сейчас подождем жнеца. Вот, едет, ё-моё, не успел я, да? Смотри, какой он резкий, да? Не, против жнецов я не знаю, что сделать. Они сейчас меня зафигачат. Вот, все, расстреляли. Три волны было совершено. Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Тихие холмы. Так, где это я нахожусь? Интересно таки. Давайте посмотрим. А, это мы играем за звездочку. А, хорошо. А, попробуем пройти за звезду. Так, для этого нам нужно уничтожать противников. И дойти до босса. К сожалению, что-то я не пойму. Чё, почему у меня уже здоровья так мало? Много-много танков будет. И танки такие, как крысы. Вот, типа таких вот. Вот он встал там и стоит, смотри.
Видишь, я ему урон не могу нанести никакой. А он там стоит. Ладно, если мы сейчас отъедем назад, то он должен быть, по идее, поближе подъехать. Ну, сейчас проверим. Во, я уже, смотри, куда доехал. Максимально. Сколько мог, назад отъехал. И смотрим, что тут чувак. Нет, он стоит сверху. Он не видит, он типа доехать не может. Давайте мы его проедем просто-напросто и все. О, смотри. Почему он начал двигаться? Он же не мог проехать. Ага, он же не мог проехать, да, изначально. А сейчас он просто-напросто взял и уехал. Хотят нас обмануть, разработчики. Вот это, смотри, чувак, смотри. Вот попробуй выиграть, да? Все, уничтожили и поехал тоже. Такие танки противные. Очень такие противные танки. О, тут сколько вас много. Сейчас их быстренько поджарим. Есть один. И второй. Так, вот это тоже, смотри, автоматчик стоит, стреляет. Почему я урон не наношу ему? Я же него стреляю. Так, а этого уничтожил. Давайте подлечимся. Все, умер, готов. Ой-ой-ой, не знаю, ребят. Смогу я победить этот уровень или нет? Сложный в плане того, что много танков, во-первых. О, смотри, видишь, как крысы встали, стреляют. Меня, на тебе. Еще какой-то вонючий урончик. Ох, нифига, что у меня было. Не, смотри, этот не остановится. На Катюше своей. Стреляет. Вообще. И много автоматчиков. Видишь, как? Мне нужно, чтобы к тому подъехать. Катюша. Мне надо автоматчиков уничтожить. А чтобы уничтожить автоматчиков, мне не дают Катюша уничтожить. Ну, танков много, сложно, конечно. Вообще нереально прийти. Нереально. Давайте откроем сундук. Посмотрим, что там. Так, монетки, Феникс, взрывная волна. А, давай один на один попробуем поиграем. Вот смотри, чтобы заработать звездочку в онлайне, намного легче, чем в офлайне. Как вы видели, чтобы там дойти до босса, еще босса уничтожить надо, да? Сколько энергии. А тут просто стоишь, к тебе сам танк подъехал. Ты его немножечко так вот обжариваешь. Берешь ремкомплект. И все, и готов. Вот, пожалуйста. Мы, ребята, заработали звезду.